Я думаю, если мимо проехать и не остановиться, когда вы меня еще увидите? Мы вас давно хотели видеть. Спасибо. Спасибо. Здоровья вам, самого хорошего всего. Вы не переживайте. Вы не переживайте. Чтобы мир был во всем мире. Да есть мир. И ну, слава Богу. Я уже молодежи говорю, ну и вам. Ну вы меньше сидите в этом виртуальном мире. Да, ну нет, меньше мы надо. Туда не глядим, мы ну нет, глядеть надо. Ну вы-то опытные. Мы можем что-то сопоставить, сравнить. А молодежи, они не видели они этого не еще видели, ничего. Не понимают этого, они не понимают. Да, надо с ними разговаривать, надо рассказывать. Это же наше будущее, от него никуда не денешься. Но не хотелось бы, как многие говорят, а белорусам чего не хватает? Они не пуганые. А мы не хотим, чтобы мы были пуганы. У нас его хватает. Нам хотелось, чтобы нам хотелось, чтобы так, как жили, как и жили. Нет, надо лучше. Ну, я лучше. Понимаю, нам что не хватает и того, и этого. Ну, живем, насколько можем. Да. Но Богу, нет того живем. Воровства, нет того беспредела. Да. И это надо ценить. Знаете, нам никто больше не даст, чем то, что мы заработаем. Ну, не мне же вам объяснять. Главное, что у нас мир на земле. Это самое правильно. Мир на земле. Если мы начнем друг друга ломать через колено, из этого знаете, что получится. Это будет минимум гражданская война, когда одни на других. Вот этого быть не должно. И вы не переживайте, этого не будет. Мы все за вас. Я же вам, даже если не все за меня, это нормально. У каждого свое мнение есть. Послушайте, дело не во мне. Дело как раз в вас. Если бы не было вас, вот опытных людей, не было бы уже нашей страны. Поэтому как раз дело в вас. Это вы держите эту страну. Это вы еще говорите тем, кто сегодня здесь бегает по улицам, напоминая, что было и что есть. Я же всем это не скажу. Я один, а 10 миллионам не скажешь. Это вы. Это благодаря вам. Сегодня этот мир. А наши дети и внуки должны жить здесь. Поэтому мы должны сделать все, чтобы было хорошо детям. И мир на земле. Да. А без мира ничего не будет. Мы все за вас. Спасибо. Я поехал.